Новшество на станции переливания крови – донорский светофор. На главной странице сайта учреждения отображены все группы крови, и у каждой свой цвет. Зеленый означает, что кровь данной группы и резус-фактор имеется в достаточном количестве, и на станцию переливания торопиться не стоит. Желтый – кровь данной группы на исходе, а красный означает острую нехватку. Например, сейчас учреждение нуждается в первой отрицательной, третьей отрицательной и четвертой отрицательной группах крови. Ее принимают без предварительной записи. Донорский светофор, говорят медики, в первую очередь для удобства тех, кто сдает кровь. В последнее время наблюдался очень большой приток доноров на станцию переливания крови. И в первую очередь очень популярных групп. И даже иногда могло получаться так, что люди, приходя на станцию, чтобы сдать кровь, мы извинялись перед ними и говорили, что вот, ну, извините, но не нужна сейчас для больниц ваша группа крови или резус-фактор. Поэтому, ну, вот, мы подумали и решили, что надо внедрить это нововведение, и он у нас работает. Еще одно ноу-хау – заморозка крови. Она происходит с помощью специального прибора. Он наполняет пакет с эритроцитами глицерином, а потом кровь убирают в холодильник. Эту технологию на станции начали использовать весной этого года. Около 100 таких пакетов уже есть в запасе. Врачи говорят, что это очень удобно, ведь в экстренном случае теперь не придется срочно искать донора. Несколько раз кровь из пакетов уже размораживали и использовали. В этом растворе глицерина эритроциты замораживаются до температуры минус 80 градусов. Такая процедура позволяет сохранить эритроциты до 10 лет. Ирина Ромачева – почетный донор. Сегодня сдает кровь уже в 50-й раз. Женщина уверена, приносит пользу не только другим людям, но и самой себе. Сначала по состоянию здоровья. То есть, когда ты сдаешь, это улучшает кровь, меняет, значит, лейкоциты. А потом уже по, ну, по вере. У меня уже 5 человек спаслось. Кровь отдали. Медики с Ириной Ромачевой абсолютно согласны. Сдавать кровь действительно полезно для здоровья. При кровоотдаче происходит профилактика сердечно-сосудистых и других заболеваний. Приятным бонусом после сдачи крови станут 2 отгула на работе и компенсация на питание. Она составляет около 500 рублей. Ну и, конечно, немалое удовлетворение приносит осознание того, что день прожит не зря, ведь сделано доброе дело. Ольга Федина, Александр Мажаров, 6 канал.